Укрепляем здоровье натуральными продуктами. Пчеловоды говорят, год будет сладким. 5 октября в Йошкар-Оле открывается ярмарка-продажа натурального башкирского меда и конфитюра, в ходе которой будут представлены десятки видов свежего лакомства. Причем покупатели смогут продегустировать дары природы перед покупкой. Подробности в нашем материале. Согреваться долго зимой, бороться с простудами и, конечно же, всегда выставлять на стол в качестве любимого семейного лакомства. Для многих из нас стало уже традицией иметь дома хороший запас качественного меда с проверенной пасеки. Для Ирины Рыжковой такой пасекой стала Монастырская, которая уже несколько лет подряд приезжает в Мариэл из Башкирии с выставкой меда. В нашей семье уже стало доброй традицией каждый год приходить именно на эту ярмарку меда. Здесь очень много разных видов. Мед круглый год находится на нашем столе. Зимой это неоценимый кладезь витаминов, а летом можно делать напитки на основе меда. Очень полезно и вкусно. Всем советую сюда прийти и попробовать, и купить мед, запастись здоровьем на целый год. Это очень вкусно и полезно. Мед из акации хорош для зрения. Гречишный повысит гемоглобин. Липовый поможет при лечении гайморита. Каждый из трех десятков сортов меда, который будет представлен на ярмарке, имеет свой вкус и полезные свойства. Чтобы очистить кровь от холестерина, нормализовать работу щитовидной железы, поможет дикий мед. Это один из лучших сортов, так как он собирается в экологически чистых районах Башкирии и дикой пчелой. Есть меда для людей, которые страдают на сахарный диабет. Это акация, кандык, расторопша. И также мы привезли новиночку кориандровый. Совсем маленьким деткам привезли настойку трав на меду для укрепления иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Для пожилых людей есть различные медовые бальзамы при сердечных заболеваниях, при плохом зрении. И еще очень эффективная настойка восковой моли для омолаживания организма. Не меньше разнообразия и среди конфитюра. На выставке его будет представлено 35 сортов. Готовят конфитюр на пару по особой технологии, которая позволяет сохранять все полезные свойства, а также вкус и аромат свежих ягод. Конфитюр, в отличие от меда, можно добавлять в горячий чай. Можно просто лакомиться или использовать как начинку для блинов или всевозможной выпечки. Впрочем, медовое изобилие – лишь часть ярмарки. У посетителей большой популярностью пользуются такие полезные продукты пчеловодства, как перга, пыльца, маточное молочко, прополис. Пыльца, к примеру, богата незаменимыми для человека аминокислотами и витаминами. Маточное молочко – это универсальный иммуностимулятор, ну а прополис обладает противомикробным действием. Есть здесь также халва и подсолнечное масло. Выбираете ли вы мед или конфитюр, на ярмарке от пасеки Монастырской можно все попробовать, прежде чем совершить покупку. Ну а распробовав, наверняка вы придете сюда еще не раз. Посетить ярмарку свежего меда из Башкирии и конфитюр от пасеки Монастырской можно в ДК имени Ленина по адресу Машиностроителей 22А. Продлится она до 16 октября. Время работы с 10 до 19 часов. И еще приятный сюрприз. Каждому покупателю банка лугового меда в подарок. Подробности у продавца-консультанта.